Навучэнец адной з салігорскіх школ у лютым 2021 года учыніў злачынства. 15-гадовы падлетак пагражаў аднакласніку расправай, калі той не прынясе яму грошы ці не аддасць рэчамі гэту суму. Непаўналетні не першы раз прыцягнуты да адказнасці. Раней ён таксама вымагаў у равеснікаў грошы. Стоит отметить, что данный несовершеннолетний уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия ранее. Фактически он уже отбывал иные меры уголовной ответственности, в период иных мер уголовной ответственности вносит совершенно аналогичное преступление. Стоит отметить, что несовершеннолетнее лицо каких-либо для себя выводов не сделало и фактически повлекло совершение нового преступления. По данному делу необходимо отметить, что вымогались денежные средства, либо предмет эквивалента, а именно два блока сигарет. Потерпевший, боясь каких-либо действий со стороны несовершеннолетнего, который привлекается к ответственности, опасался, что угроз, которую он ему высказывал, а именно угрозы расправой, сообщил о данных действиях родителям, которые уже в дальнейшем обратились в Салігорскі РОВД. Дзяржаўны абвінаваўца з улікам асобы і адмоўных паводзін падсуднага прапанаваў прызнаць падлетку пакаранне пазбаўлення свабоды на 4,5 гады ў выхаваўчай калоніі.